Пришла зима и пришла пора утепляться. Мы находимся в приюте в Московской области. Будем утеплять будки для собак, чтобы всем было тепло. Вообще цель нашего визита — мы хотим обеспечить теплом и комфортом, то есть для тех собак, которые здесь находятся. Здесь очень много домашних собак, которые были раньше. То есть они привыкли к комфорту, понятное дело. Очень много пожилых и больных собак. То есть для них, для всех хорошо бы обеспечить такие более-менее комфортные, то есть не уличные. Потому что зимой им будет холодно и не очень комфортно. Но есть и молодоязырные такие. Мы сейчас привезли рулоны. Здесь примерно 60 будок. Вообще в приюте 3000 собак. И все они нуждаются в тепле. Так, вот здесь вот уже вольеры находятся. Это холодные будки были. Сейчас вот утепляем. То есть взяли мы, смотрите, что мы здесь сделали. Мы взяли один рулон, чуть-чуть отрезали его сверху, снизу. И полностью по всему периметру, дойдите, пожалуйста, посмотрите. Полностью по всему периметру утеплили его. Вот здесь вот тоже, досмотрите. То есть она прям цельная, в том числе на углах тоже. Вот, осталось обшить его обратно, чтобы его не грызли. А то собаки тут, говорят, едят все на своем пути. И будет уже им теплое место, где можно им зимой погреться, перекантоваться. Приедем сюда еще раз, покажем уже, как они здесь будут себя чувствовать, как это будет происходить зимой, весной. Вот такой вот у нас выпуск сегодня получился. Немножко про собак, немножко про утеплитель. Если хотите приехать посмотреть все это своими глазами, может быть, помочь или взять собаку домой, этот приют находится в Московской области, называется «Пушистый друг». Контакты оставим в описании. Спасибо, кто смотрел. Всем пока.